Привет всем, кто интересуется и пользуется устройствами из серии «Фабрика печати». Сегодня мы как раз сравниваем два аппарата Epson с оригинальной СМПЧ L350 и L362. Это очень похожие МФУ или даже одинаковые. Сейчас проверим. Четырехцветные многофункционалы формата А4. Печатают, копируют и сканируют. Эти модели ориентированы для работы дома или в небольшом офисе, предназначены для печати цветных документов. Подключение возможно только по USB. Копируют и сканируют в одинаковом разрешении 1200 на 600 точек на дюйм. Не отличаются аппараты и в характеристиках печати. Лоток каждого рассчитан на 100 листов. Загрузка вертикальная. Разрешение составляет 5760 на 1440 dpi. Минимальный размер чернильной капли 3 пикалитра у обоих. Одинаковая скорость печати 9 черно-белых или 4,5 цветных страниц в минуту. Ну, наконец-то, первое отличие. Печать без полей возможна только у L362. Его оппоненту такая функция недоступна. Справились с печатью фото на среднем уровне, что вполне ожидаемо с такими характеристиками. Как правило, четырехцветные аппараты не способны, естественно, передать цвет лица людей. Данные отпечатки это подтверждают. МФУ практически не отличаются между собой внешне. Одинаковый корпус, панели управления, идентичный вес. Гарантия на эти устройства составляет 12 месяцев или 30 тысяч отпечатков, в зависимости от того, что наступит первым. На этом у меня все. Мы с вами выяснили, что единственное отличие представленных аппаратов – это возможность печатать без полей. Но в остальном они как братья-близнецы. Используйте печатающие устройства с расходными материалами InkSystem. Экономьте на каждом отпечатке. Приятной печати!